для фандрайзинга стали использовать технологию блокчейн. Онлайн-платформа фандрайзинга Charity Stars запустила аукцион, лотом которого стал ужин со звездой футбола Криштиану Роналду. За лот впервые можно было заплатить биткоинами. Цена встречи составила 36 тысяч долларов. Средства, полученные на аукционе, будут переданы благотворительному фонду Forever Dream Foundation, который помогает детям из неблагополучных семей.